Крупнейший банк США JP Morgan Chase может выплатить грандиозную сумму – 11 миллиардов долларов, чтобы урегулировать претензии, связанные с ипотекой, не доходя до суда. Как пишет Financial Times, речь идет о том, что накануне кризиса ипотечные кредиты выдавали, не глядя на платежеспособность клиента, а банки, в том числе JP Morgan, выпускали на их основе и продавали ценные бумаги. Власти США считают, что при этом инвесторов намеренно вводили в заблуждение о надежности этих бумаг. Если банк заплатит 11 миллиардов, это будет крупнейшей выплатой в корпоративной истории.